будем работать, как обычно. Мы каждый Новый год работаем. Вот у нас был один Новый год, но это когда я родила Антонину. Мне кажется, это был единственный мой Новый год, когда я не работала. Потом я причем работаю и 1 числа, и 2, и 3, и 4, и 5. И потом 5 после концерта мы сразу летаем с мужем, и с семьей, и с племяшкой, и с сестренкой, и с девчонками и на Мальдивы. Не, ну не слухи, конечно, мы расставались. Я там немножко подобиделась на него. Ну так. Но я не очень вспыльчивая, я просто очень, наоборот, терпеливая и очень долго все терпела. Но он тоже меня долго терпит, поэтому мы друг друга прощаем. А я всегда ловлю букет невесты. Если честно, я не хочу замуж, и даже иногда я думаю, зачем же я ловлю этот букет, лучше бы девчонкам отдала. Но это такой чисто спортивный интерес, потому что я бывшая спортсменка, и еще я большая. В любом случае, как бы, ну если бы со мной состоял там Наташа Карагозина, тогда бы она, может, поймала, и еще бы морду бы мне дала по-дружески. Не, а так я как бы в прыжке всегда ловлю. Не знаю, может и будет, ну это так, под старость лет совсем уже. Куда, кстати, старее Анатолия уже сколько нашему? У нас все хорошо, у нас все замечательно, девчонкам все выплачивают, операции переделывают, очень уже почти 120 человек уже получили компенсации, выплачены все. Мы молодцы, короче, все хорошо. Нет, я больше ничего не буду делать, когда мне совсем что-нибудь обвиснет, и то я даже очень, сейчас я очень боюсь. Всего этого. Да я с ним особо и не ссорилась, господи. Я вообще ни с кем не ссорюсь. Так, сгоряча что-то там говорим, а я не знаю, я не ссорюсь ни с кем. Если он сейчас подойдет ко мне, руку пожмет, я пожму. Уж не точно не поступлю, как Сережа Лазарев. Я только как-то, как я начала на гастролях придерживаться ЗОЖа, бросила выпивать и все остальное, и начала есть полезные продукты, я поправилась ровно на 8 килограмм за 2 месяца. И впала в ужасную депрессию. Сейчас я опять немножечко выпиваю, ем колбаску с майонезиком, и все, у меня шикарно. На Новый год, когда работаю, не пью. Я выпиваю, мы просто выпиваем, ну, как традицию, чуть-чуть пригубляем, конечно же, сжигаем бумажку, потом весь работаем, где-то у нас всегда там 4-5 концертов, а потом уже, когда приедешь домой, там уже совсем ничего не хочется. А вот утром уже там днем мы собираемся на уху, и там уже можно водочки хряпнуть пару рюмочек. У него все идет хорошо, он уже ползает, уже до коленки поднимается, и он у нас замечательный, мы все очень любим, просто это огромное-огромное, прям большое-пребольшое для нас счастье. Я даже вот не думала, что вот, как говорят, что внуки, это какой-то прям больше, чем детей. Ну, конечно, не больше, чем детей, но это практически одинаково, но, наверное, чуть-чуть даже больше. Я бы, да, наверное, даже и на двух. Почему нет?